Знакомьтесь, мистер Барнаул 2017, Артур Гартман. Артур, здравствуй, поздравляем с победой. Спасибо большое, здравствуй. Коротко расскажи о себе вообще в жизни, чем занимаешься? По жизни я фитнес-тренер, работаю в фитнес-клубе, достаточно новом. То есть, в принципе, то, что ты согласился участвовать в этом конкурсе, ну уж не красоты, но мужской силы и таланта, то есть нет ничего особенного? Нет, для меня этот опыт вообще впервые. Обычно я участвую либо в жюри, сижу женских конкурсов красоты, либо участвую в организации женских конкурсов. А такой опыт участвовать самому для меня впервые. Ну тогда почему согласился? В качестве эксперимента или все-таки? Да, новый опыт, новые знания какие-то. Ну, в перспективе, возможно, новые, скажем так... Карьерные, быть может? Возможно, да. То есть попробовать себя в модельном бизнесе. Даже так? Да. А вообще, как считаешь, это мужское дело? Как-то, мне кажется, Барнаул немножко еще диковат в этом смысле. Ну, уже, наверное, не так, как раньше, уже двигается в нужном направлении. Угу. Расскажи о конкурсе. Вас было 8 парней, все хороши. Почему именно тебя выбрало жюри? Как думаешь? Не знаю, может быть, больше уделил внимания подготовке, может быть, не знаю, честно сказать, вообще для меня это новое. Ну, ты побеждать пошел на конкурс или все-таки нет, участвовать? Я почему-то был уверен, что нужно побеждать идти, то есть сразу. То есть готовился сразу побеждать. Чего тогда, на твой взгляд, не хватило конкурентам? Может быть, как раз-таки серьезности в подготовке. То есть они как-то легкомысленно к этому отнеслись? Возможно, то есть так же, как ты уже сказала, что Барнаул уже, так сказать, город. Для Барнаула это еще что-то новое, именно мужской конкурс такого рода. И, можно сказать, поэтому серьезно конкурсанты не отнеслись к подготовке. Потому что закулисье женских конкурсов это... Совсем другое. Это совсем другое, это... Постоянная подготовка прически, платья, макияж, там какие-то закулисные игры какие-то, может быть. Гвозди-то в ботинки, надеюсь, парни не подкладывали, ничего такого ничего не было. Такого. Атмосфера была такая веселая, дружеская. Как ты видишь свою дальнейшую карьеру? Вот как тебя наградили? Достойно? Ну, наверное, да. Может, фотосессии в каких-то журналах? Да, вот, то есть теперь, соответственно, сразу идут предложения так. Различного рода, то есть и по фотосессиям, и по работе уже в этом именно модельной направлении. Ну, а в целом на работе очень важно получилось так, что это неплохая реклама. Если тебе предложат вновь участвовать в подобном конкурсе, ты согласишься или уже посчитаешь, ну, это уже пройденное? Почему нет? Поступило предложение ехать на «Мистер Россия» осенью. Да. То есть, где будет, в столице проходить? Точно не знаю. Предварительно, да, в Москву ехать. Буду готовиться. Спасибо, что нашел время, да, и пообщался с нами. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня мой собеседник – мистер Барнаула 2017 года Артур Гартман.